Илья Ефимов, участковый уполномоченный Немчиновского отдела полиции МВД России по Одинцовскому городскому округу, в профессии уже 10 лет. Признается, что больше всего в работе его привлекает возможность помогать людям. И считает, что быть полицейским в наше время престижно. Именно поэтому Илья принял решение участвовать в конкурсе названия «Народный участковый России». Он хотел, чтобы земляки им гордились, и первый шаг на пути к желаемому сделан. Капитан полиции Илья Ефимов стал лучшим участковым Одинцовского городского округа. Следующий этап – это отбор за звание лучшего участкового Московской области. И далее я уже буду представлять Московскую область на всероссийском конкурсе. Коллеги и руководство отмечают, что Илья – один из самых исполнительных сотрудников. И его показатели по раскрытию преступлений очень высокие. В настоящий момент на территории обслуживания участкового Ефимова Ильи Игоревича проживает порядка 12 тысяч граждан. Значит, им за 9 месяцев выявлено 90 правонарушителей общественного порядка, на которых были составлены административные протоколы. Значит, со стороны коллег Илья Игоревич пользуется у нас уважением, всячески помогает сотрудникам, вновь прибывшим. Полицейского хвалят не только коллеги, но и жители. Они отмечают, что за 3 года знакомства участково-уполномоченный Илья Ефимов всегда находился с ними на связи, реагировал и помогал, внимательно выслушивал и принимал меры. И то, что он стал победителем окружного этапа конкурса, их даже не удивило. Теперь все будут дружно болеть за своего участкового на областном, а возможно и всероссийском уровнях. Зарекомендовал он, конечно, себя с хорошей стороны. Очень много идет навстречу нам, общается с нами, все делает как положено. Сотрудник очень хороший, наш участковый, он везде, по любому зову он идет на помощь. В беде не оставляет жителей? Конечно. Голосование за лучшего регионального участкового будет проходить на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области в октябре. Поддержите Илью Ефимова, он достоин победы и нуждается в вашем голосе. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».